Добрый вечер всем, кто зашел на канал. Сегодня я хочу показать еще один вид антистрессового руководилия. Очень похожий на предыдущий, но мне он больше нравится, потому что он более удобный в исполнении. Для этого мы должны навязать вот такие. Ну, сначала, естественно, нарезать полоски из трикотажной ткани. Потом крючком связать вот такие цепочки. Вот так берем. Вот вяжем вот такие цепочки. Главное, чтобы ткань была нарезана не очень толсто и одинаковой ширины. У меня уже было нарезаны полоски, и поэтому у меня здесь получилась различность ширины. Здесь толще, толще, там тоньше, но я не могу переделать и показать на большом отрезке ткани, потому что у меня просто дома нет уже исходного материала. Вот мы навязали вот такие цепочки, можно из трикотажной ткани, можно, вот у меня было какие-то очень толстые нитки, вот такие. Это я вязала вообще из ткани. Вот такие. Это вообще в ход пошла даже остатки тюли. Не знаю, как, но она тянется, хорошо будет пришиваться. Ну, берем, это очень просто делается. Берем иголку с ниткой и вот так пришиваем. Только единственное, здесь надо пришивать с двух сторон, с этой стороны и с внутренней. Это так же, как и в предыдущем способе. Так, пришиваем и заполняем полностью весь нужный отрезок ткани. Вот так пришиваем, прикрываем кончики эти, которые остались от предыдущей косички, и делаем свой неповторимый рисунок. Вот я заколю иголками, можно сюда, нужно предварительно заколоть, а потом уже пришивать, как вам нравится. Ну, я обычно не закалываю, а пришиваю, как куда рука поведет. Так, можно так. Берем другую. Ой, зацепила камеру. Вот так. Можем выложить. А эти кончики потом прячем под следующую косичку или можете обрезать. Так, заполняем. Все незаполненные остатки нашей ткани. Можно использовать
Все виды ткани. Только толщину нарезаем вот этих полосочек в зависимости от плотности ткани. Некоторые тоньше, некоторые можно толще. Видите, это трикотажная тянется, а простая ткань не тянется. Это тоже вот тянется. Получаются вот такие узоры. Здесь так сшиваем, чтобы не проглядывала ткань. Надеюсь, вы поняли мою идею. Вот так. Желаю вам творческих успехов, новых идей. Делитесь своими идеями интересными. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч!